Батя, приехали к деду-то. Все наши в лодке-то. Давай, давай, причали, дура! Ага, то-то вот, эх вы! А, мать! Здорово ли, мать? Телексей-то? О, скулы-то отцовы! Лезайте в лодку! Это дядя Яков. Пусть бы я ком собакою, мама. Дядя Михаил. А? Мастер Григорий. Вот-са. А это братья твоего, Саши и тетка Наталья. Цыганок подмастерья. Сыновья-то как? Все делят, не поделят. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во, сколько. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. За печкою сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Да будет тебе, Яша, сердце надрывать. Ванюшка, сплясал бы, Эх, прочь грусть, тоска! Ванька, становись! Пошли! Yeah!
Погоди. Погоди. Акулина Ивановна, сделай милость. Пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевичем. Утешь. Да что ты, Свет? Что ты, сударь Григорий Иванович? Ты где ж мне плясать-то? Так людей смеши. Мама, спляши. Спляши ты, мама. Бабань, спляши, бабань. Спляши, бабань. А ну, смейтесь себе на здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни-ка музыку-то. Для праздника. Вот, учитесь. Кто я был? Сирота, нищий матери сын. Лаптяк пришел в Нижний. А вот, дошел до своего места. Старшиной цеховым был. Начальник людям. И в доме добытчик. А вы что? Эх, вы! Ванька, работник ты, золотые руки дуть тебе горой. Выделит меня отец, иди в мою красильню. Никак, Яков Васильевич, будь. Василий Васильевич, сказали, откройте еще красильню, с ними останутся. Ограбит меня отец. Ваньке все. Молчать. А, Ванька с тобой останется. А нас когда выделить? А нас выделить. Давай наши деньги. Скатерти покупай. Ваньке приданы хочешь отдать? Да. А наши? А наша. Молчать. Никому не дам. Я добытчик. И все мое. А я что, не сын? Кому? Нет, я что, не знаю. Полноте, Яша, Яша, да. Молчать! Отдай им, отец, все, легче тебе будет. Ну, чиц, потанчица! Я что, не ты? А я чужой, да? Кто такой? Кто такой? Сегодня дели. Ваньки все! А сынку ее? А мне? Чего тебе? А я не сын его. А кто чужой? Соржой. Кто чужой? Ух ты, бог! Чиц! Я. Кто чужой? Thank you.
У меня лишь я! Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару тебя Алексея изведут чего доброго. Полно, отец. Сними-ка рубаху, я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец. Надо, надо. Ну, знаю я тебя. Ты их больше любишь. А Мишка твои жуи. А я Кабармазон. Пропьют они добро мое. Промотаю. Кто тебя посадил на печь? Мать? Я сам. Леш? Нет, сам я испугался. И? Весь вот шар. Пошел вон. Когда эти дети раздрались, видал? И дедушка шибко осерчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, окроме бабани, всех кошериных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ой, ты не Коширин, ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Ванька! Ладно, иди валяй, работать надо. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Вот он, сани шито, лодай. Вот. Гляньте, лодыри, руки-то золотые. О. Дай покрасить. Я тебе покрашу. Котел спущу. Но. Яков устроил. Эдуард меня научил, он сам меня научил. Ну, я Михаил. В субботу выпарю. А дядя Михаила будешь пороть? Надо бы. Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну. Попробуй, тронь. Моя мать самая сильная. Ты чего хнычешь? Говори, Лёшку, скатерть покрась. Белый легче всего красть. Я знаю. А? А если скатерть покрасить, дедушка так выпарит за это, что вся шкура слезет. Не выпарит. Моя мать самая сильная. Он побоится ее. Вот здесь линия.
Зови бабань скорей. Надо от греха подальше. Ну и попадет тебе. Ах ты, пермяк, солены твои уши. Чтоб тебя приподняло, да шлепнуло. Уж ты, Ванюшка, не сказывай дедушке. А мне что? Глядите, он со шуткой не наябничал бы. Беру мыша. Ложу в банку. Тары-бары, растабары. Нет мыша. Нету. А ну покаж. Умный житель мышь. Ласковый. Его домовик хранит. Во как понимаешь. Эй, ладно. А я... Ага. Бабань, расскажи про домового. Расскажи, бабушка, бабушка. А Юлия Ивановна, расскажи. Расскажи, бабушка. Бабушка, расскажи. Домовик, родовик, дому сторож. Старину-то люди, как из дому ехать на другое место, так и домовика с собой брали. А как это брали? А вот так. Закинут старый лапоть под печек, да и говорят. Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место на иное счастье. Вот так сани! А как это он в таких санях поместится? Так уж говорится. Бабай, расскажи еще что-нибудь. Расскажи, бабай, расскажи, бабай, расскажите. А вот еще что. Сидит на подпечке старичок домовой. Занозил себе лапу лапшу. Лапшу. Качается, хныкает. Ой, мышеньки, больно. Ой, мыша-то не стерплю. Брат, учитель. Простите, Христа ради. Лысику прощу, ну-ка снимай штаны-то. Простите, Христа ради. 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 Простите. Христа ради, простите, Христа ради. Алексей, иди ближе. Христа ради. Ну, кому говорю? Простите, Христа ради. Вот, гляди, как секут. Не больно, а вот так, нет, это же наперсток. Я ведь сказал проданец. Доносит оправдание, доносчику первый кнут. Вот тебе скатерть, вот тебе скатерть, вот тебе скатерть. Прости, не дам, не дам, не дам. Ну ты, продать. Ах ты, карнателы!
Привязывай! Убьем! Папаша, не надо! Папаша, не надо! Папаша! Ты по что не отняла его, а? Испугалась. Я такая здоровенная. Я старуха, и то не боюсь. Стыди. Отстаньте, мамаша. Тошно мне. Не любишь ты его. Я жаль тебе, сироты. Я сама на всю жизнь сирота. Если бы не Алексей, все равно ушла бы я. Уехала бы. Не могу я жить. В аду этом. Сил нет, мамаша. Пусть братья берут все. Не нужно мне ничего. Уеду. Кровь ты моя. Сердце мое. Иди. Иди. Коли тебя там лучше будет. А я при Алексее останусь. Буду ему. И бабка, и мать. Ну что, твоя мать самая сильная, да? Стой, сударь. Тет ведь, не сердись. Ну? Вот видишь, я тебе гостинцы принес. Я тебя тогда перед том оборот. Разгорячился очень. Кусил ты меня. Царапал. Ну и я тоже-то рассердился. Но, однако, не беда, что ты лишнего перетерпел. Зачет пойдет. Меня, думаешь, не били, Алеша? Били. И как били? Вот ты пароходом прибыл. Пар тебе вез. А я в молодости сам, своей силой, сопротив Волги баржи тянул. Баржа по воде, а я по бережку, босс. По острому камню. А колит солнышко затылок-то. А ты согнувшись-то в три погибели, косточки-то скрипят, идешь да идешь, и пути не видать. Глаза-то потом залила, а душа плачется, а слезы-то катятся. Идешь, идешь, матушка ты Бога. Василий Васильевич, а? Где вы есть? Заказчик. Вдоль да по улице метелица метет, за метелицей ему не миленько идет. Ты постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться радость на тебя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Попел бы лет 10, а там хоть бы что. А что это на руке у тебя? Хе, да еще хуже было. Зажило много. От чего это? Как вошел дед в ярость. Вижу, запорит он тебя. Так стал я друг подставлять. Ждал переломит спрут. Дедушка за другим отойдет. А тебе и утащит бабаня или мать. Ну, прут не переломился. Гибок, моченой. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Во!
Так стало жалко мне тебя. Чую беда, а он хлещет. Хлещет, понимаешь? Ваня, я очень люблю тебя. Я ж тебя тоже люблю. Зато и боль принял. За любовь. А ли стал бы я за кого другого? Фу, наплевать. А тебя поди-ка часто драть будут. За что? А вот дедушка упрям, и ты упрям. Вот уж он и сыщет за что. Тебя когда в другое течь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, ежели тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было. И силен лежи, и не надувайся. Во. Кричи! Ори благим матом. Это помни, это хорошо. Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть сапоги шею, вот, понимаешь? А говорит, постой, постой, красавица моя. Эх, да звали глядеться, радость от тебя. Эй, постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Ваня, кому дядя Яков хочет крест ставить? Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает. Крест ей по обещанию на могилу ставит. Как же он забил? А так, бьет, когда люди не видят. Она не сдюжила, умерла. А зачем он бил? Зачем? А он поди сам не знает. Коширин и брат хорошего не любит. Тебе все надо знать, и гляди, а то пропадешь. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца-то твоего утопить хотели. Она все скажет. Она неправда не любит. Мне дядь Григорий все сказывал. Ты его не боишься? Нет. Ты его не бойся. Он добрый. А ты постой, постой, красавица моя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Песни я жег бы я народ. Ванька! Ваньку! А? А? Чё? А? Где ходил? Заказом. Становись под коме. Ваня! Ну? Ну-ну! Не стюжишь, Ваня, а? Тяжело будто! Стыдись, Ванька, мало бы шиши тебе. Открывай ворота, слепой черт! Чего, Лех, ничего! Пойдешь, Михайло! Ваня! Шел! Ваня! Ну, щенок! Плешивая дура. Чего, дядь Григорий? Дюжу. Пошли, пошли. Дядя Григорий, почему у тебя темные очки? Кого, милый, что глаза мои свет не переносят. Лишь какой пар идучий. Глаза ест. А давно тебе пар глаза ест? 37 лет, милый. 37 лет на дедушку работы. Всю мою силу он съел. Теперь вот ослепну скоро совсем.
Помер и нищий пойду. Как ослепнешь, я с тобой пойду. Буду водить тебя. Ладно? Вот и ладно. И пойдем. А я буду в городе оглашать. Вот это Василий Каширин, цехового старшины внук. Дядя Григорий, почему дедушка такой сердитый? Потому что дела прям все хуже идут. Что к чему говорится, к чему делается. А надо тебе все понимать. Отец твой Максим Саватеевич козырь был. Он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Житье твое сиротское трудное. Не поддавайся никому. Смотри всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится. Ей тоже. Вот станет. Стой-ка. Наткнулся он, его и придавило, и нас бы с Мишкой покалечило. Да мы вовремя крест-то сбросили. Вы его и задавили. Вы! А дядя Михаил в церковь погнал за отцом на лошади. Хорошо, что не сам-то я под кумель встал, а то бы и меня. О! Голубчик ты мой, ястребенок утешный. Он окаянный. Душа была Иванка. Ранней весной, в дождливую ночь, нашла я Иванку у ворот дома на лавке. Подкинули, лежит в запон обернут. А зачем его подкинули? Бедность все, Алеша, такая бедность, что и говорить нельзя. Дедушка хотел Ванюшку в полицию нести, да я отговорила. Очень обрадовалась я, Иван. Уж очень я люблю вас, маленький. Ну, и взяли. Я его вначале жуком звала. Совсем жук. Ползет и ужит
на всю горницу. Да вот дядя извели. Бабушка, а почему дядя злые? Они просто глупые. Мишка-то хитер, да глуп. А Яков так себе блажен муж. Ну, пойдем, голубая душа, пойдем, пойдем. Михаил Васильевич, за реку едешь? За реку, говорю. Господи, Варваре-то улыбнулся в радостью какой. Сыновья-то как ссорятся. Михаил старшой, ему бы в городе надо остаться. За реку ему ехать, то видно. Ты сам знаешь, всякому хочется, что получит. А отец, он Якова больше любит. А это хорошо, Господи, не равно-то детей любить. Упрям старик. Ты вразуми его, Господи, как надо на детей-то поделить. За реку не поеду. И вспомни, Господи, Григория, глаза все хуже. Ослепнет, умер, пойдет. Хорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве... Ведь не спишь, разбойник, не спишь, голова душа. О, так ты над бабушкой, старухой, шутки шутить затеял. Старечкин сын съел комара. Ну, спи, спи, голубая душа. Ах. Ну, что еще? Вот Алексей не дается деду. Все поперек слова норовит сказать. А как ему жить, сироте? Ну, мать, посетил нас Господь, говори! Мишка все! Мишка! Все! Да ну, я не... Дьявол! Держи! Ой! Ой!
поехали. Где ты, Григорий? А, Алексей Максимович. Ну, вот и все. Не видать ничего. Алексей Максимович, Алексей Максимович, Алексей Максимович. Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. 37 лет отработал тебе отец. Нельзя. Он совсем ослеп. Ладно, не твоего ума дело. Вот детей теперь делить буду. И делить-то нечего. Совсем погорели. Легче тебе будет, отец. Михайло, значит, за реку. Яков здесь останется. А мы с тобой на новом месте. Эх, и мы! Якову собакою, вот бы Яков с утра до ночи, ой, скучно мне, ой, грустно мне. А, поварили? А ты думал, яшки все? Давай-ки, щенкую. Врешь. А, Лешка. Дурак. Домовик, родовик, вот тебе сами, поезжай-ка с нами на новое место, на его счастье. Вот видишь фигуру? Это ас. Ну говори, ас. Ас. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Это что? Буки. Опал. А это? Веди. Верно. А это? Земля. Опал. Это что? Ас. Ас. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Чего кричите? Я кричу, потому что я больной. А ты чего? Да будет вам на
чего делаешь? Ты откуда? Здесь не внук. А, Коширин. Не Коширин, а Пешков. Песков? Пешков. А, хорошее дело. Ну, залезай сюда. Только сиди смирно. Что, брат, скверно пахнет? Да. Это, брат, хорошо. Если уж скверно пахнет, то нехорошо. Ой, это, брат, не всегда так, однако. Ты в бабки играешь? Вкусный? Да. Играю. Хочешь, я тебе налиток сделаю? Хочу. Хорошая битка будет? Да. Ну, да. Вот ты мне приноси налиток, я тебе битку сделаю. А ты за это ко мне больше не ходи. Хорошо? Убьете. Ребят, это Коширина внук. Блин, я не Коширин, я Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Побили? А банку нашел? Ну на! Ну не сердись! Давай с нами дружить, а? Подай! Подай!
Ваня, здравствуй. Мамка дома? Нету мамки, ушла. А звери-то как, живы? Живы. Ну-ну, смотри, тараканов не выпускай. Ладно, не выпущу. Ты откуда его знаешь? А я здесь всех знаю. Тише ты. А что это у тебя? А ты полезай сюда, увидишь. Тише ты, уронил. А что это в коробочках? А это брат-зверильница. Скажи. Гляди, не открывай, а то убегут, я их поймать не смогу. Почему? Вот ноги у меня какие. Обе такие сроду. Не ходят, не живут, а так себе. Ты один? Угу. Тебя звать как? Алексеем. Значит, тяжко мне. Приложи к уху-то, послушай. Ну что? Шевелится кто-то. Ага, это паучишка там сидит, его зовут Барабанчик. Хитрый. А вот это таракашка Анисим, хвостун вроде солдата. А вот это муха, чиновник. А это черный таракан, большущий, хозяин. А ты почему им всем человечьи прозвище даешь? Многие, что они на людей похожи. Прям ужас как похож. У нас во дворе чиновница живет. Целый день зудит, жужжит, всех ругает, ну прямо муха. Или же хозяин, ну совсем как таракан. Важный надутый. Откуда ты их берешь? Сам ловишь? Которых сам ловлю, а которых ребята приносят. Тут ко мне ребята приходят. Жалеют они меня. Вот бабочков и мотыльков нету только у меня. Но эти в чистом поле бывают. А мне разве дадут? Слушай, ты чисто поле видел? Видел. Хорошо там? Хорошо. Вот попасть бы мне в чисто поле, а то умру и никогда не увижу. Слушай, это Бог сделал чисто поле? Должно быть. А Бога-то где делают? В богадельне? Наверное. Слушай, а если таракана все вскормить да вскормить, так он вырастет, сложь? Если хорошо кормить, вырастет. Мышь, мышь-то уж совсем можно раскормить до лошади, верно? А что ж можно? Вот достать бы мышь, раскормить бы ее с лошадь, запречь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда зверинницу и всех выпустил. Гуляй, домашняя! Тьфу, музыка пришла. Подними скорее меня. Бери. Раскорми лошадь. Уходишь? Я опять к тебе приду. Не обманешь? Нет. Ты давай дружить со мной, ладно? Ладно. Да, а где ты мышь-то хранить будешь? Да вон, в банке. Меч его давно
пыль рассыпался. Кованы доспехи села ржавчина. Добрая одежда поисклела вся. Зиму и лето гол стоит Иван. Сам-то он не в силе с места двинуться, ни руки поднять, ни слова сказать. Это, вишь, ему наказание дано. Злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Знаете, это удивительно. Это записать надо непременно. Это такое наше, знаете, вот это самое. Запишите, что ж, греха в этом нету. Я еще много знаю такого. Именно это. Это такое наше, народное. Нельзя жить чужой совестью. Ты за мной? Нет. А что? Так. А? Ну, садись. Будем сидеть и молчать. Ладно? Ладно. Вот, смотри. Хорошая у тебя бабушка. Это ему в наказание дано. Слово приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Напомни, брат, это. Очень. Писать ты умеешь? Только читать. Научись. А научишься, записывай все, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годит. Делаешь? Одну штуку, брат. Какую? Только давай учи, помолчи. Уезжаю. Зачем? А разве не знаешь, мать приезжает. Комната для твоей матери нужна. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Для матери есть другая комната. Врет он. Ну, не сердись. Я все равно и теперь без этого уехал бы. Да. Ты помнишь, я сказал тебе, чтобы ты не приходил ко мне, а? Помню. Ты что, обиделся на меня, да? Да. Но я, брат, не хотел тебя видеть. Я знал, что если ты
подружишься со мной, так твои будут ругать тебя, да и меня тоже. Понял? Это я давно понял. А, ну вот тот вот и есть, вот это вот оно самое. А чего тебя не любит никто? Чужой, понимаешь ли, вот это самое, не такой. А ты не сердись. Ты помни, что бабушка говорила, за чужую совесть не прятаться. Такую вещь надо уметь взять. Это очень трудно. Уметь взять, как и жизнь. Понял? Не ищими подохнем, не ищими. Эко беда, не ищими, ну и не ищими. Ты знай, сиди себе дома, а померу, то я пойду. Мне подадут, не бойся, сыты будем, ты брось-ка все. Эх, дура, блаженная ты дура. Последний ты мне человек. Ничего-то тебе, дури, не жалко. Ничего-то ты не понимаешь. А ты его вспомнила. А мы с тобой не работали. А не грешили ради детей. А дети-то Мишка с Яшкой хватают, пропивают мое добро. А что ты потакал им, Петя? Попарчица! Не смей бить! Не смей! Не смей! Не смей бить! Кто у тебя здесь жил? Как его это? Хим? Куда уехал? Здесь? Когда? Дай бог памяти. Неужто? Господи, помилуй. Пойдем. Подбери подушки-то. Надумал тоже подушками швыряться. Больно тебе? Ничего. Завтра буду баню топить, вымоюсь. Пройдет. Лицо-то не избито у меня, нет? Бабань, ты чего так терпишь? Разве он сильнее тебя? Не сильнее, а старше. Кроме того, муж не наказан терпеть. А я не буду терпеть. Да что ты говоришь-то? Отсохнет твой язык. Вот услышит дед твои слова. Ну и пускай. Вот приедет мать, я ему тогда покажу. Ты вот что, голубая душа, ты не сказывай матери-то, что он бил меня. Не скажешь? Нет. Ну и ладно. Стало быть, все шито-крыто. Ой, ух, подбери-ка. Бать! А бать!
Постояльц-то против царя, бунтовщик. Господи, Господи. Вот и угодник-то Божий, избави верх этой милости в цикире кавалита Варвара Великому. Кто позволил взять себя отцы? Убьем! Что это, папаша? Опомнитесь. Мы убили. И дочь тоже. Все против меня. Как вам не стыдно? Ну что вы притворяетесь? Ну наклею я вам эти куски на коленкор. Еще лучше будет, прочнее. Сегодня же наклей. Я тебе сейчас коленкор принесу. Великому ученице Варвару. А его надо сечь. Алексей. Ты зачем же святцы скромзал? А я нарочно, пускай бабушку не бьет. Да-да, пусть не бьет тебя, а то я ему еще бороду обстригу. Какой ты большущий. Как одевают тебя. Остричь нужно, да и учиться пора. Моя мать самая лучшая. Она никуда не уедет. Со мной будет. Я учиться буду. Во как. Моя вчера ночью опять пришла пьяная. Сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница. Она говорит, потерпи немножко. Я уж скоро помру. А ты чего делать тогда будешь? Я учиться хочу. Схороню мать, пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтоб взяли меня учиться. Я тебе учить буду. И я. А мне охота голубей завести. Как завьется белой турмой в синее небо, да пойдет кругами ходить. Хорошо ли? Да, ну хорошо. Словно сокол. А у меня нет ни отца, ни мамы. Завез меня дядька сюда, да утонулся. А ты из какого города? Да он забыл, как город называется. Забыл. А в какой стране-то? На Каме. На Каме? Город на Каме. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Вот так город! Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Разве на товарища сердится? Oh.
там гости. Отец тебе новый приехал. Быть бы Якову собакою, убыл бы Якова с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Кто это? Это еще тебе бабушка? Ой, скучно мне. Вот и отец тебе. А я тебе краски подарю. Ой, грустно мне. Не надо мне вас. Чего ты злишься? Если бы ты знал, какое это горе для меня. Мам, мам, я больше не буду так делать. Только не плачь. Не нужно озорничать. Не нужно. Вот я выйду замуж. И мы поедем в Москву. Потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Станешь учиться в гимназии. Потом станешь студентом. Доктором, может быть. Ученый, может быть, чем хочет. Чем только хочет. Достаточно. Скажи его, чтоб слушался меня. Слушайся, дедушка. А, то-то. Судьба тебе со мной жить. Вот так и станешь ты об меня чиркать, как спичка об кирпич. Дом-то я ведь продал.
детям все. Съезжать надо. Вот, это твое, и больше ничего от меня не спрашивай. О! Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье поезжай. Я тебе повезу, еретица! Я тебе повезу! Собрали, а? Плохо сегодня собирает. А нам с бабани на двоих пятак на день надо. 2 фунта хлеба надо? Надо. 4 копейки. Сахар на копейку надо? Надо. Вот и пятак. Ребята! Я Лёньке 3-е колесо нашел! Пошли ветошь продавать. Это меньше моего. Мой крупней, наваристый. Значит, я должен положить меньше. Как тебе не стыдно, дедушка? И твое дело вам? Убиваете меня! Такой стены объедаете! Эх, вы! А ты полна. Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. И пускай дурит. Кого горя? Копеек 6 потянет. Это Леньки. Эх вы! На, баба. Возьми. Вот спасибо, голубая душа, спасибо.
Ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. Иди-ка ты в люди. Нечего сидеть! Нечего! Я уйду, бабаня. Уйду! Возьми, родимый. А? Опять встретились. Ты какой большой стал, здоровый, а? Что, тетя? А? Читаешь? Да. А, ну, читай, читай. И думай. Ну, а как твои-то? Дедушка? Дедушка, как дядя Григорий, что убирает. Ага. Ну, а бабушка, помнишь, бабушкин-то бывальщину? Слово приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. За что вы? Когда-нибудь узнаешь. Ну, прощай, брат. Свидимся мы еще с тобой, брат. Прощай. Давай, давай!
Вставайте! Эх, вы! Подайте все в ракушу! Подайте! Господа мои добрые, подайте пирожка. Василий Васильевич, прими. Ну, побьяли меня до костей! Эх, вы! Пожертвуйте на храм Божий! На неугасимую лампу! Чисто.